Всем привет, меня зовут Илья, и я решил стать киборгом с помощью компании Моторика, которая находится в Сколково. История об этом в моем влоге. Меня зовут Илья, мне 34 года, я родился на Дальнем Востоке, возле Тихого океана. И с самого детства мне приходилось доказывать самому себе, в первую очередь, что я сильный, я могу. Так я впервые залез на гараж, когда мы гуляли с друзьями по гаражам, и знаете, такой, перед нами случился самый высокий гараж, и они все запрыгнули на него, залезли, а я стоял, и у меня был выбор первый в моей жизни, преодолеть себя, залезть на него или нет, то есть продолжить с ними гулять или нет. Ну, в итоге я продолжил с ними гулять, и в тот момент я в себя поверил, что передо мной нет никаких преград, и я могу сделать все, что угодно. Все, о чем я мечтаю, я могу добиться. Так, моим первым достижением стали победы на всероссийских соревнованиях по плаванию. Я стал в 14 лет всероссийским призером, получил звание кандидата мастера спорта по плаванию. И, соответственно, моя судьба поступления в институт была решена. Это был спортивный вуз, Дальневосточная академия физической культуры. Я поступил на первый курс института, закончил, собственно, его уже с красным дипломом, без единой четверки. У меня везде были пятерки в институте, хотя школу я закончил с тройками. Представляете, это был мой второй вызов, когда я подумал, что, блин, нет, я смогу, я закончу институт с красным дипломом. Пока я учился в институте, в моей жизни случилась музыкальная группа Next. Я начал петь. В какой-то момент я уже понял, что спорт мне не интересен. Я достиг там всех возможных результатов и, собственно, посвятил себя развитию своего творческого начала, вокалу. Первое прослушивание в вокальную студию, я не попал ни в одну ноту. В песне «Маленькой девочке холодно зимой». Но Евгения, моя будущая подруга, поверила в меня, взяла меня в группу. И, собственно, уже через несколько лет мы успешно гастролировали по всему Дальнему Востоку с концертами. А потом, когда в нашей жизни случился МЧС, они взяли нас под свое крыло, чтобы мы помогали просто дарить людям радость в тех местах, куда прилетала МЧС. Знаете, мы объездили такие города, о которых вы даже, наверное, не слышали на Дальнем Востоке, такие как Палана, Билибино, ну, Анадырь, наверное, вы все-таки знаете, остров Корф, Елизово. Там живут люди, у которых нету ничего, и когда приезжают к ним МЧС, для них это уже сам по себе праздник. Они чувствуют, что их не забыли, что о них заботятся. Когда приезжали мы в эти города с концертами, людям впервые давали отопление от котельной центральной, которая не работала несколько лет. Люди, не знаю, там впервые ели сгущенку, которую им привезли сотрудники МЧС, чтобы как-то помочь им гуманитарной помощи. 13 лет я пел в группе, мы выиграли всевозможные всероссийские конкурсы, объездили весь Дальний Восток с концертами. Я состоялся как артист, как вокалист, как администратор группы, как звукорежиссер группы, как видеограф группы. И в какой-то момент я понял, что мне нужно продолжать двигаться дальше, и я принял решение поехать в Москву.